Всегда досадно, когда не можешь сдержать обещание. Но если виною грипп, при первых же симптомах примите аспирин у пса. Быстрорастворимый шипучий аспирин у пса не раздражает слизистую желудка, в отличие от сухих таблеток. А витамин С, входящий в его состав, повышает сопротивляемость организма. Аспирин у пса с витамином С побеждает грипп, не раздражая желудок.